А вы когда-нибудь тонули в человеке? Не так, чтоб на секунду или две, а так, чтоб, просто закрывая веки, теряли притяжение на земле. Настолько, что одной лишь только мысли достаточно, чтоб разум потерять, чтоб сердце стуки намертво зависли, чтобы от счастья тихо умирать, чтоб ледяным огнем прикосновения до дрожи доводили в тот же миг, от счастья, чтоб кричать, но от волнения внутри вдруг затерялся где-то крик. Настолько, чтоб хватало лишь минуты, чтобы забыть о всем плохом, прижавшись лишь к нему, а не к кому-то. Дела, проблемы, Господи, потом. Не знала я, что в 21 веке такие чувства могут воспылать. Сама вот утонула в человеке, и без него не знаю, как дышать.